юмористы, прикончите. А стишок такой. Артиста этого все знают. Его фамилия простая, рифмуется со словом пенка-стенка. Ну а зовут его Игорь. Я приглашаю на сцену новую аншлаговскую звезду Игоря Маменко. Алло, мама, здравствуйте, это я. Если вы сейчас стоите, то лучше сядьте. Сидите, то доляхте. Сбылась мечта человечества, я на Марсе. Причем тут батончик с орехами? Это планета такая. Что вы не знаете? Гляньте в окно. Окно рядом, гляньте в окно. Смотрите? Да, между сараем и трубой. Это Марс. Как я вам оттуда помашу, вы что? Я сейчас на другой стороне и вижу у вас затылок. Да я не хотел лететь, дайте сказать. Я на космодроме откручивал детали для мопеда. Вдруг что-то коротнуло, включился маршевый двигатель и тю-тю. Все. Тормозить, конечно, пытаться. Ногами тормозить, так что кеды загорелись. Что вы хотите? 2000 лошадиных сил. И псигалопом. Нет, не один. Со мной вместе улетело еще 9 человек, что были внутри на экскурсии. Да, среди них 2 женщины. Мама, успокойте Галину, мы в скафандрах. Во весь рост. Есть ли жизнь на Марсе? Ну, что я вам могу сказать? До меня точно не было. Потом из кусочка стратегического сала мы склонировали кабанчика. Да. Скрестили его с козой и ящерицей. Да, так что теперь, кроме центнера сала, он дает еще молоко и шерсть. Да, а отрезанный окорок вырастает заново. Нет, не все. Мы еще в куриный паштет добавили гены страуса. Это вообще чудо. Кури зариваются головой в грунт, и только яйца с них вылетают, как дыни с пулемета. Еды хватает, конечно. Я кратер накрыв парашютом 8 соток. Огурцы и гречка плодоносят каждые 2 часа. А соленые помидоры растут прямо в банках. Экипаж еле успевает собирать в погреб. Мама, успокойтесь, ключи только у меня. Конечно. Ну, похудел немножко, есть такое дело. Да, скафандр болтается на мне, как мешок. Да. Мама, успокойте Галину, сюда кроме меня никто больше не помещается. Я уже пробовал. Конечно, пришельцы есть. Но наоборот, не зеленые, а желтые. Да, и говорят по-китайски. Они тут занимаются торговлей. Да, предлагают мне зонтики от метеоритов и тапочки от невесомости. Но у нас на рынке это все гораздо дешевле. Конечно. Когда возвращаюсь? Ну, сложно сказать. У нас сейчас с горючим проблема. Нет, посылки сюда не доходят. Но можно передать телепатически. А так, послушайте. Ровно в 19:00 к вам зайдет киборг с красными глазами. Да, представится Толиком. Да, налейте ему повну 3-литровую банку самогона. Як зачем? Для старта с Марса. Да, закуски на дорогу и гитару для позывных. А он нам все это телепатически передаст. Если донесет, конечно. Что вы слышите? Женские смех и музыку? Ну а что вы думаете, легко во вселенной без ласки женской? Конечно, это мы смотрим специальные эротические фильмы. Вспоминаем о женах в условиях невесомости. Суровые будни, вы что, вакуум подстерегает на каждом шагу? Если не предохраняться. Так что успокойте Галину. Где она меня вчера видела? Возле какого киоска? Это был не я. Кто-кто? Агния Барто. Это был мой голографический двойник.
Ну да, перенесли спеціально з Марса в научних целях. Ну правильно, в той же футболке и в кедах, а я. Перегар. Перегар от перегрузок. Наука не стоит на месте. И он не стоял, шатался. Ну, естественно, магнитные бури. Так что успокойте Галину и скажите, не надо звонить по знакомым. Сказано ей на Марсе, значит на Марсе. А будет доставать, то лечу на Венеру. Тем более, что я ей уже обещал. Ну все, пока.